Власти Индонезии уточнили число людей, находившихся на затонувшем в озере Тоба пароме. Оказалось, что их было около 180, гораздо больше, чем полагали ранее. Это превышает пропускную способность судна в 3 раза. Спасти удалось лишь 18 человек. Найдены также тела 2 погибших. Остальные пассажиры и члены экипажа числятся пропавшими без вести. Трагедия произошла в понедельник вечером. По предварительной версии, причиной стала плохая погода. Видимость на озере не превышала 30 метров. Сильные дожди и 2-метровые волны затрудняли работу спасателей. Они предполагают, что большинство тел находятся внутри затонувшего судна. Доступ туда затруднен, и поисковые работы продолжаются. Озеро Тоба на севере острова Суматра – крупнейший в мире водоем вулканического происхождения. Оно находится в жерле потухшего вулкана и очень популярно среди туристов.